Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих». Сегодня, как и каждый день, мы посмотрим, что же ожидать завтра и, конечно же, что же мы можем поменять для того, чтобы день был такой, как мы хотим. Как всегда, помните, что от ваших мыслей и от вашей концентрации зависит то, что с вами происходит и будет происходить. Хороший день. День довольно-таки хороший, эмоциональный. И опять же, это королева кубков. Женщина очень эмоциональная. Женщина, которая не просто эмоциональна, а она своими эмоциями может что-то делать. Она их в принципе, очень часто берет под контроль, поэтому ей и легче идти по жизни. И никто не говорит, не выражает своих эмоций, даже если они негативные. Просто лучше всего это делать таким образом, чтобы сделать себе легче, но не навредить никому. И это еще одна сторона этой карты, что если вы будете выражать свои эмоции, старайтесь это делать так, чтобы не навредить никому вокруг и ничему вокруг. Также по этой карте больше вижу именно разговоров, встреч и обсуждений, не вижу большого количества именно действий. И очень часто бывает такое, что да, нам действительно нужен такой день, когда мы не просто делаем вот все рутинное, а что-то обсуждаем, что-то ищем, что-то пытаемся узнать. И вот тут я именно вижу, что будет такой день. Ну и, конечно, если говорить об этой карте как о карте двора, то это женщина, женщина старше 45, светлый цвет волос и светлый цвет глаз. И женщина, с которой, может быть, и будут происходить эти самые разговоры, обсуждения и поиск какой-то информации, которая вас интересует. Давайте посмотрим, что еще. Ну, а здесь я хочу сказать, что да, действительно, именно вот будете искать, как можно сказать одной фразой, будете искать свои желания. Что это значит? Это значит, что будете рассматривать, вот анализировать, что вот я хочу, например, это, я хочу новый автомобиль, к примеру. И вы будете анализировать, нужно вам это, нужен ли вам новый автомобиль в сегодняшнем вашем положении, например, я к примеру все говорю, или может быть подождать, и действительно ли это ваше желание, но это не, тут это не автомобиля касается, тут может касаться, что вам кто-то что-то советует и говорит, что это будет хорошо для вас, а вот действительно ли это хорошо для вас, включая и суды, включая контракты, включая какие-то каждодневные дела. Я знаю, что в основном, ну, мы недалеки от этого тоже, я тоже, мы любим давать советы. Но одно дело дать совет именно чисто так и говоря, слушай, это мое субъективное мнение, может быть, было бы здорово то-то, то-то, то-то. Но в основном же человек, когда дает свой совет, это или его мнение, или ничье. И вот когда таким образом происходит именно получение совета, мы начинаем сомневаться. Мы начинаем сомневаться в том, наше ли желание, нужно ли нам это, не нужно ли нам это. И тут действительно вот это нахождение именно своего мнения, именно своего пути даже можно сказать, берет время. И вот это будет день, в который очень много
Если даже будете заниматься своими рутинными делами, работа, не работа, это может быть рабочий день, может быть выходной день, у вас, вас будут посещать вот такие мысли. А мое ли это? А нужно ли это именно мне? И такие дни тоже нам нужны, и опять же, это же наш выбор. Мы же выбираем думать, не думать, делать, не делать. И тут хочу сказать, что все-таки некоторые из вас решат делать, потому что получат какие-то известия, какие-то новости, какую-то информацию, которая приведет вас именно к тому, что для того, чтобы получить, я должен сделать. И это прекрасно, хотя именно вот в этот день действий я мало вижу. Это не значит, что вы весь день будете сидеть и ничего не делать, нет, но вот именно каких-то важных действий, именно каких-то важных решений, именно чего-то, что в пределах одного дня может поменять, я не вижу сейчас. Вижу много разговоров, много мыслей и, конечно же, принятие решений. Именно решений, что, может быть, действительно вот в эту сторону надо действовать для достижения.